Герои сети вышли на улицу. По Донецкому парку разгуливали самые популярные лица интернета. Под масками мемов скрывались обычные дончане. Среди участников знаменитое «Серьезное лицо» и «Девочка Бэтмен». Так называемые троп-фейсы в сети используют для передачи разных эмоций. В донецкой интерпретации мемов единственной целью было рассмешить прохожих. Кто как может. Посмотри на мою маску. Посмотри на мои глаза. Я пират. Вам знакомы эти лица? Конечно. Откуда? Из интернета. Из сайта ВКонтакте. Наш город, ну, кажется, скучным. То есть все люди куда-то спешат, у них не хватает времени на улыбку. Ну, вот решили так, подарить улыбку просто. Мемы – это сейчас популярная вещь, как в интернете, так и в реальности. То есть, и это хороший способ передать людям улыбку.